Place One Stream, спасибо за хост. Продолжаем. У нас игра очень ПКшная, поэтому она вылетает. Они согнали его с крыши. Должно быть где-то здесь. Разредоточиться, обыскать весь этаж. Он где-то прячется. Это вид из глаз у человека, который ходит внизу. Собственно, вот так вот мы и видим это периодически. Меня кто-то запалил, что ли? Тихо. Тихо. Стелс пошел. Ты меня не видел. Давай ты, блядь, пролезай. О, Крися! Крися! Крися, здорово! Фишай! Это фишай! Эти сраные балки. Дьявол! Мы его упустили! Где-то прячется. Открой дверь. Обыщи аллею. Именем Ордена Дагона. Найти чужака и убить. Блять, этот он правда хочет моей смерти. Нужно быть начеку. Чаек. Сука, ты чё, серьезно? Вылетание. Так, подожди, у меня тут где-то была штука. Сейчас, секунду. Где я ее оставил? Блядь, ну что, удалил, что ли? Да не может быть там. Где это? Сейчас, минутку. Просто до этого все нормально работало. Как тебя включить? В рэпер? Как ты включаешься? Эх. Сейчас. Минуточку. Там просто в описании было написано, что надо... Надо... Да, блядь, мышка. Мышка! Где ты? Ну, запускайся, нет? Да. Нет? Сейчас. Ну и... Алло. Сика, пися. Ты серьезно? Как включить это говно? Сейчас гуглану, как это работает. Die, outsider. Die. Так. Спустите. Так, запустите. Угу. Дай это умри. Ну. Чё она не включается-то? Чё за бред? Должна же включаться, алё! Совместимость что тебе нужна какая-то? Или чего ты хочешь? Windows 7 пускай будет, я хуй тебе. Ну? Да почему ты не включаешься-то? На! Ты включилась, что ли? Твою мать.
Сейчас. Она просто фоном включилась. Прога. Решила, что так и надо. Так. Сейчас все будет. В описании написано, что нужно включить вертикальную синхронизацию. Так, minimize and tray. Окей. Где это? Шоу. О! Шоу. Так, как тут? Так, добавить, где это? Добавить. Рабочий стол. Ярлык. Вертикальная синхронизация включена. Трипл бафферинг. Не надо, спасибо. Detection level high, наверное, я хуй знает. Так, а дальше как? Поставьте. Ага, он. Уф, он хай. А дальше как? Запустить или что? Я ничего не понял. Попробуем включить. Сика пися. Ты что на немецком заговорил? Найн! Ты бескозен персона. Это к фёрсту. Хайп он хай, это к фёрсту. Что-то как-то FPS изменился. Я буду надеяться, что этот чувак проскочит теперь. Stop. Не. Заметил, сука, меня. Но в яму не полез. Вот им бы интеллекта прикрутить в этой игре, было бы вообще замечательно. Сука, ты чё, серьезно, блядь? Я теперь здесь, блядь, не могу пройти, что ли? Ты же, блядь, издеваешься надо мной. Игру, блядь, запусти мне. Сука. Ох, ты бесишь меня. Ой, бляха. Нахуй писать. Что... Все работает, если нихуя не работает. Запусти еще раз. Попробуем еще раз. Попробуем еще раз. Покажи мне. А как запустить-то? Это добавить, это удалить, это дефолт. Это что такое? Логинг. Мьют индикатор. Это что такое? Стоп. Нет, мне не надо. А как мне его запустить теперь? Ладно, запускай еще раз. Может, теперь будет работать? Хз, я просто совместимость поставил, ударил ярлык. Туда же его запихнул. Возьми. Ох, ебаный рот. Не дают нормально поиграть, но прям черти вообще какие-то жесткие. Просто если сейчас это будет вылетать постоянно, я, наверное, просто пересяду на Xbox. Ну а какие варианты, если вылетает все время? Это же дерьмище полное. Она не должна вылетать. Я помню, что я ее играл нормально, ничего не вылетало. Ты че задом-то ходишь? Дурак, что ли, блядь? Что с вами происходит, мужики? Я стрелять. Чего?
Ой, блядь, это кто прошел сейчас? Единственное, я что-то хрен помню. У меня на каком языке-то на этом? На Xbox. На английском, на русском. Ну, я, в принципе, переведу. Есть что. Не проблема, вроде. Ну, блин, хочется на пеке попробовать. Дьявол! Мы его опустили. А, ну это уже... Как делают фольгу? Сохранились, прошли дальше. Ура, урашеньки, ура. Если ты не будешь вылетать, я буду очень счастлив. Спасибо. Погнали. Из одного слитка... Чего? Вы знали, что из одного слитка получается 12 километров... 700 метров фольги? Слитка чего? Алюмишки? Или чего? Тихо. Пацаны, спокойно. Не палите меня. В прошлый раз у нас тут был баг. Чувак, короче, не вышел из комнаты. Просто остался здесь. Перед дверью тусить. И мне пришлось... Как бы это описать. С ним столкнуться, разминуться и просто бежать в этот угол. Слитка алюминия. 4 метра в высоту, 7 тонн весов. Весом? Что за пиздец? Ну это да, это известный баг. Но это даже не это... Это апофеоз бага, по-моему. Что они нормально так это и не пофиксили. Там чувак наверху. Но нас почему-то не видит. Я хз. Стелсуха. Здорово, мужик. Мужик, я вижу твою черепуху. На-на-на. Обманочка. Обманчик чайка. У нас, возможно, этот баг тоже будет. Я, конечно, не уверен. Christ, боже, да они повсюду. Нужно не высовываться. Хоть ты стал тогда. Не высовываться, говорит, нужно. Так, я сделаю так. Попробую, по крайней мере. Успеть сесть. Значит, он не заметил меня. Он, блядь, панику поднимет. Начнет бегать туда. Что? Ты что, меня запалил? Ты дурак, что ли, блядь, какой? У него ружье в руках, он, а он кричит. Совсем ебанутый. Тихо. Не-не-не-не-не. Что это было? Ничего. Уильям! 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 Это голос Зедека, кстати. Уильям! Уильям! Ради бога! Твой друг мертв. Боже, нет, дурак! Я же сказал, что тут небезопасно. Слушай, парень, я знаю, ты расстроен.
Мне очень нужна помощь. А, ты тот чужой, за которым мы всю ночь гоняемся. У тебя нет ни шанса не знакомиться. Грани Лордена будут повсюду. Нельзя единственное место, куда они не полезут. И поверь мне, на то есть причины. С вонью я как-нибудь справлюсь. Хоть какая-то перемена после запаха тухлой рыбы. Ты меня не понял, незнакомец. Хоть слухи о настоящем зле в темноте под этими улицами. Может, отмеченные есть дьяволы, но не хотя бы нам знакомы. Ты не слышал о шаготах? Скажи мне, как попасть в канализацию. Верно, тебя предупредил. В другую сторону от этого здания идет дорога в богатительную комбинату. Там есть открытая канализационная яма. Удачи, чужак. Он умер недавно. Тело еще теплое. Как недавно? Он только что, блядь, упал. Ты не слышал, как все пиздануло? Вкратце, как тебе вкратце рассказать? Главный герой сначала расследовал дело. Потом от того, что он увидел, он попал в психушку. Но он не помнит, как он стал психом. Пока когда он пришел в себя, он ничего не понимал. И тут внезапно... Ну, он как бы детектив. Его позвонили, попросили взять дело. И, собственно, дело было о пропавшем человеке. Мы приехали в город Инсмаут. И, собственно, пока расспрашивали, выяснили очень много херни всякой по поводу того, что происходит в городе, а тут пиздец полный. Рыболюди, все дела. И, собственно, из-за того, что мы слишком много узнали, на нас ополчился весь город, который, собственно, состоит в ордене Дагона. Они все в какой-то общине. Жертвоприношения, все дела. Вот. И вот мы здесь. Это вкратце. Какие хорроры планируешь проходить? Не скажу. Называй своими именами секты. Нам сейчас очень нужен Феанор. По определенной причине. Феанор тут? Он сектант? Он не сектант. Сектанты они. Жители города. Феанор тут? Феанорище! Бля, у меня что, ФПС проседает? Эй. Не понял сейчас. Подожди. У меня проседает FPS или нет? Чего-то я сейчас вижу, что у меня 51 FPS вместо 60. В чем дело-то? Эй. Алло. Работает все нормально? Это странно. Не, я сам вижу, что не проседает. А почему у меня FPS-то упал? Мы же больше 30 не видим. Понимаешь, если у меня FPS проседает, то это было бы заметно. И это очень странно. А у меня оно проседает, оно у меня должно быть стабильным 60, но оно не 60 сейчас. Это очень странно, ладно. Без Феанора. Вот сейчас 60. Стабильно. Хуя через забор прошел. Ты че, блядь, ебанулась?
Надень его быстро. На самом деле... Я видел спидран игры. И что он там делал, это просто было ебанутость полная. Я просто даже не знал, что так можно было. Можно, короче, сесть в грузовик. И просто... Так сказать... Съехать вниз на этом грузовике. Расхуячиться полностью. Но не получить вообще ни секунды. Да, кстати, смотри, меню нажимаю. Escape. Нет, все нормально. Во, FPS начало проседать. Что за магия? Причем нагрузка CPU повышается. Что самое интересное. Короче, он садился в грузовик и летел просто с этой горы вниз. И как бы оставался живым. Бля, не попадите в меня, пожалуйста. Проклятущее. Вот, сейчас 51 FPS. Но это странно. Просто CPU скачет жестко. Я не знаю, в чем дело. То 15%, то 25%. Так, самое время крипоты. Крипоты. Но я удивлен, что не проседает ничего. FPS проседает, но картинка нет. Это странно. Нет, постой. Блять. Рамона. Что это за вещество? Че оно капает и плюется? А вы сразу же. Страшно, вырубай. Левый. Это открывается? Не поддается. Хорошо. Левый. Закрыть воду. И... Лодочка спускается. Хорошо. Зедок. Это Зедок? Да, это Зедок. Тот бомж. Что я, блядь, смотрю? Ты что, блядь? А ты кто?
это что за кусок тела? Какие-то повешенные, какой-то, блядь. Всякий случай перепрыгнул. Хоба! Здорово. Знаете, что в этой игре классно? Хватит со мной разговаривать из-за головы. Видите, вот они добились этого звука, да, знаешь, вот. Никогда с тобой вот так вот. Вот отсюда звук, не вот отсюда звук идет. И не вот отсюда, не из этой части. А иззади. Как будто, знаешь, ты вот сидишь, и кто-то сзади у тебя за спиной такой. Я хочу к папе. Там что-то такое, знаешь. Крепота. Вот это вот состояние, когда у тебя все перед глазами рябит, крутится и вертится, это не скрипт. То есть я вот сейчас подошел, этого могло не случиться. Вот этого вот. Крутение. Вот этого вот. Это не скрипт. Он в любой момент может так поплыть. Давай. Что ли? Спустимся как-нибудь. Скорпионы, блять. Там скорпионы. Сраные скорпионы. Че я вылезти не могу? Как вылезть? Ладно, давай. А, бля, лестница была. Че ты там щелкаешь? Нахуй не подходи сюда. Дурак, что ли? Если будет лагать, вы скажите мне, пожалуйста, об этом. Потому что я не вижу. У меня ничего не лагает. Но я вижу периодически, что FPS в OBS у меня тихо проседает периодически. О, поплыл. Ну хотя бы меня не задамажили. Так, стоп. Мне сюда не надо. Вот так. Слышал это? Этот звук оттуда шел. Я что-то слышал там. Знакомый голос. Я что-то слышал. Голос Маки. Это было слишком громко для животного. Я их наебал всех. There, ты там? Нет. Я убежал. Тихо. И в смысле? Чё, фу? Надеюсь, они не вернулись. Было бы нехорошо. Я раньше не мог пройти это место никак, по-человечески. Не так давно научился. Я просто не понимал этого места. Я прям напрямую вылезал и пробегал. Как по спидрану просто. А сейчас что-то не знаю. Сейчас что-то все как-то иначе. Я то ли стал понимать, как это проходится, то ли еще что. It won't open. Спасибо за фоллоу, добро пожаловать. Так, потрошки.
Цветы, макарошки. Салат с картошки. Так. Опять ты. Джек. Джек, вы живы. Слава богу. Да лишь чудом. Орден наполовину этого чертового города спустил. Я предупреждала. Я же говорил, Орден не потерпит вмешательства. Короче, дорогуша, выяснили что-нибудь о Брайане. Он так и не выбрался из города. Орден запер его в старой тюрьме. Пока он не понадобится. Понадобится? Для чего? Жертва, Джек. Жертва Дагону. Они уведут его на риф дьявола, и больше его никто не увидит. Дагон? Жертвоприношение? Бред какой-то. У вас в старых рыбацких сказках Инсмут совсем крышу проехала. Но я не хочу, чтобы на моей совести была еще одна жизнь. Где эта тюрьма? Это место за торговым банком, сразу после старого докачки. Зачем высовываться на улице? Меченые тут повсюду. Подсекается секретный под склеп, который делает безопасное место. Можно его использовать. Построил мой отец, когда был священником. Хорошо. Зайди с своим отцом и уходим. Я не могу, то есть он не стал поклоняться Дагону. Он назвал это богохульством. Орден нашел его и... Боже. Прости, Ребекка. Я ваш отец вам показал, как пройти в склеп? Нет, но он дал мне это. Думаю, это поможет. Иногда вот это вот качка не случается. Дерьмо, они нашли нас. Нам нужно уходить. Нам нужно уходить. Спокойной ночи, мистер Дикрайт. Нам нужно уходить. Ой, грабушки. Мы знаем, что ты там, чужак. Боже, помоги нам. Мы должны бежать. Давай, иди, иди. Я подожду здесь. Хоба! 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 Бум! Мать, ты чё? Ой! Тут открыто! Сныкались. Фенвор, ну опоздал на пару минут буквально. Там было прекрасное место, где ты мог. Ну... забанихилить. Ну ты что-то не отвечал нам, мы прям кричали тебе «Феодор!» А ты не ответил. 8 февраля. Теперь пути назад нет. Местные хотят меня убить. Я в этом уверен. И они не позволят мне отсюда уехать. Даже в церкви я не чувствую себя в безопасности. Впрочем, Ребекка оказалась права, и они не пытались взломать дверь, как взломали ее в мотеле. Мне будет не хватать этой девушки. И все же у меня наконец-то появился след, ведущий к Брайану Бернаму. Ребекка убеждена, что меч его смеркает, сверкает, что он жив и его держит в городской тюрьме. А, но где же эта тюрьма? Согласно указаниям Ребекки, мне нужно отыскать торговый банк, а потом идти к напорной башне. Впрочем, все это просто только на словах. Меня тут загнали в ловушку. И как отсюда убираться, я не знаю. Через некоторое время одному из них может прийти в голову сжечь эту церковь, а может и они наконец-то преодолеют свои страхи и решат взломать дверь. Нужно найти этот тайный выход. Ребекка сказал, что мне пригодится открытка, которую дал ее отец. Но как она может мне помочь, я не знаю. Надеюсь, мне это придется... Мне не придется возвращаться через канализацию, там внизу точно что-то есть. Сначала я думал, что это все еще сказка, потом просто это почувствовал. И еще эта слизь, она напоминала след от чего-то, чего-то неестественного. Как тот псих сказал, Шогот. Орден держит местных суровой хваткой, и они ни перед чем не остановятся. Убийство Ребекки, похоже... А, лишь там подтверждение. А старый Зедок, похоже... За то, что он со мной поговорил, его забили до смерти. Нужно было оставить беднягу в покое. Это так. Доброй ночи, Меган. Давай, чужак. Орден проявит милосердие к твоей гнилой душонке.
Девинути! Че я хотел сказать? Шогат. Если вы хотите поподробнее узнать, кто такие шоготы, во-первых, можно загуглить, во-вторых, есть книга, называется она... Блять, подожди, как она называлась? Хрипты дьявола называется. По-моему, так. Вот. Я, конечно, понимаю, что там 150 страниц описания, а потом экшен на 10 страниц. Но книга охуенная. Ничего не знаю, мне прям это... Мне даже описание эти понравилось читать. Привет, конопля. Епта. Это я помню. Хопа! Главное не смотреть вверх. Ой, блядь, застрял. Хотел прыгнуть, как это... Грендайза! Но что-то не прыгнул. Здесь повсюду отметины. Но здесь отец Ребекки разгадал таинственный символ. Mysterious sign. It's a registry of births, deaths, and marriages. Это регистр рождения, смерти, свадьбы и смута. A small stone plaque engraved with a series of numbers. The postcard fits exactly. Отлично подходит к пластинке. Я вижу здесь несколько чисел. Так, 3, 1, 5. 7. Как мне вернуться-то? А, где? Три, один, пять, семь был? Три. Один. Пять. That's it. Yes, да, вот так. That's it. I've cracked it. Я взломал. Сейф лежит каменный крест. Как символично. Перевернутый крест. Который разворачивается и становится нормальным крестом. Мне очень интересно. В ближайшем будущем выходит Call of Cthulhu. Еще одна. Мне было бы интересно посмотреть, но я боюсь, у меня комп не потянет. Хватит бегать, шушура. Интересно, что они там замутят в этом новом Ктулху. Ну, как я уже говорил, боюсь, не потянет. Ну, я, конечно, попробую посмотреть, что там будет. Уж больно интересно. Потому что эту игру я люблю. Ой, здрасте. Ай, блядь! Ты чё, ногу сломал? Ты чё-то сломал? Нет, все нормально. Так, тут есть сохранение, но оно, в принципе, не нужно. Далеко убежали вроде бы. Сейчас будет идеальная серия Хоба. Игра чуть подозрительно перестала вылетать. Ну, я включил этот... вертикальную синхронизацию. Хоба!
Серия хоба сейчас будет. Готовы? 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 Хоба! Хоба! Планки слишком слабые, надо следить, куда иду. Хоба! Блять, тихо. Ай, куда-то поплыл. Спокойно. Ай, блять. Горячо. Вот сейчас будет еще одна хоба. Самая четкая. Самая четкая хоба в этой игре. Самое время всем написать с большой буквы. Хоба, полностью слово. Я подожду 5 секунд. Раз, два, три, четыре и пять. И... Хоба! Нормально перепрыгнул. Раз, сосредоточиться. Именем Ордена Дагона найти чужака и убить его. Хоба! Ты что творишь-то, блядь? Все хорошо. Не стреляйте, прошу вас. Ебать! Хоба! Меня тут не было. Hello, Jack. Привет, Джек. Маки. Маки. Вы за мной по пятам ходите? Ну, можно и так сказать. В следующий раз, когда вы соберетесь подойти незаметно, предупреждайте. Я буду смотреть и записывать. Забавно. Мэки, я что-то не понимаю. Какова здесь твоя ваша роль? Я уже говорил, я работаю на правительство. У меня наверху есть друзья. Они вбухали в Инсмонту и ему времени и денег. Они хотят, чтобы все их расследование пошло прахом из-за какого-то частного детектива, который ввязался в безумную затею. Если вы имеете Берна, Мэки, они же его убьют. Но вы это понимаем. Я этого не позволю. Вы не хотите... Просто о нем забыть? Он просто отребит, Джек. Где тюрьма, Мэйки? Ладно. Ваши похороны. Окно слева ведет к аллее, куда проходит обратная сторона тюрьмы. Увидимся, Мэйки. Увидимся, Мэйки. Ранние часы. Все в этом богом забытом городишке. Все в этом богом забытом городишке хотят меня убить. За каждым углом меня поджидает очередной покрытым. Очередной покрытый ужасами пятнами громила. О. Пока что мне удалось их избегать. Но вот бедняге Ребекке не повезло. Я начинаю терять надежду. Похоже, только Мэйки не хочет моей смерти. Возможно, у нее есть скрытые смыслы. То, что он упомянул инвесторов, вложивших деньги в этот городок, и то, что ему много известно об эзотерическом ордене, прямо указывает на некоторую степень посвященности в местные дела. И все же он рассказал мне, где находится Брайан Бернам, и в данный момент не представляет для меня угрозы. Но его очевидное понимание происходящего в Инсмуте все равно дает повод для беспокойства. Может, я становлюсь параноиком? Ну откуда мне знать после всего, что я увидел и пережил? Напряженная ситуация явно сказывается на моих нервах. Я начинаю видеть и слышать вещи, которые просто невозможно. Если я хочу выбраться отсюда живым, то нужно не обращать на это внимания. Лучшее, что я сейчас могу сделать, найти Брайана и вытащить его из тюрьмы. Чтобы все это провернуть, мне нужно составить план действий. Побег из тюрьмы. Глава 3 или 4 уже. Ну, нам не пишут откровенно, что глава такая, мол, такая. Хоба! Сейчас он вылезет, смотри.
Давай, рожу покажи. Дебил. Probably nothing. Probably nothing. И в этот момент... Набить татуху с плана побега. Ага. Карту... Карту расположения земли, да? Как в водном мире. На спину себя. Набью. Это подлюха. Здесь начинается самое интересное. Ну, как бы... Побег от рыболюдей, это тоже было интересно. Но сейчас тоже будет весело. А есть что доложить? Нет. Должны быть там, Нейтан. Участвовать в охоте. У тебя есть приказ. Мы должны оставаться жертвами. В ордене нас очень похвалят. А я Деган. Шеф все время сидит наверху и дрыхнет. Почему он не ходит с нами? Его время на исходе, Мартин. Мартин больше не сможет глаз сомкнуть. Скоро он отправится в воду. Тогда я буду самым главным, и все станет совсем по-другому. И теперь давай внутрь, и не забудь дверь за собой закрыть. Я пропустил побег от рыболюдей. Ну, глава так называется. Нападение рыболюдей. Crowbar. That could come in handy. Немножко Half-Life. Back here would be a great hiding spot. Разыскивается за воровство Брайан Берном. Who's there? Кто там? Я тебя слышу. Свет не моргал. Я частный детектив. Меня зовут Джек Уолтерс. Я ищу Бернома. Слушай, парень, я Берном. Что тебе надо? Зачем ты ограбил First National? Чего? Я управляющий First National. Какого черта мне грабить свой магазин? На меня даже обвинения не предъявили. Слушай, просто уйди отсюда, пока проблемы не начались. Гаррисон заметит, он тебя такой ор поднимет. Гаррисон? Ага, Генри Гаррисон, сумасшедший парень в соседней камере. Когда он выкидывает какой-нибудь фортель, Брамин Мартин высовывает сдалию. Особенно сегодня, они все как на иголках сидят. Еще злее, чем обычно. Короче, побег рыбы-людей, это я в номере спал, и на меня напали, я бежал просто там. Очень жестко. Гаррисон! Крысы в стенах! Я видел за окном ваши глаза, вы прятались в темноте. Да начнется безумие. Надо проверить. Тебя найдут, Джек. Знай жалость. Попробуем, посмотрим, что мы сможем сделать. Это он, а я Кайдер. Вода. The sink has been blocked up, leaving it full of scummy water. Firefly. Сейчас посмотрим. Пойдет он сюда? Я просто не помню. Где-то тут что-то надо круто. Bath is encrusted with filth. Корка грязи, лоскуты кожи.
чертовы трубы. Ну-ка. По-тихому. Пойдет он сюда? Да, он умеет показывать фокус исчезновения с карандаша. Не, по-моему, он сюда не идет. Но воду мы ему перекрыли. Че такое? В смысле? Кто? Че? Где? Что? Чего? Че за свистопляски? Чего, блядь? Че ты насвистываешь там, блядь? Заебал. Бежит. Внизу. Че происходит? Вы че, блядь, псих? Посмотри там. Хорошо. А где он? The keys to the cells. Now I can free Brian. Ну как бы ок. Ну а чё они свистели-то? Слышь? Сейчас нахуй не ори там. Блять, ушел куда-то. Ком ушел? Я тут ушел. У кого, блядь, все ушли-то? Это он. На нахуй. Тут прицела нет. Зайдут они только сюда, только через этот вход. Могут зайти, по крайней мере. Он, блядь, на улице ходит, смотри. Начальник ушел. Первый раз вижу, чтоб он на улицу вышел. Сука. Вот дает, блядь, вот чудит. Сейчас нихуя. Так, будешь ходить? Ну, ладно. Полицейский свисток. Может пригодится. Дверь закрой пока. It's unlocked. Открыто. An old ship's log, marked with the name Ovid Marsh. Он. Этот чувак рассказывает историю, которая, собственно. Есть книга отдельная у Лавкрафта, она называется «Крысы в стенах». Это как раз вот эта история. Томас Уэйд. Это кукла, наверное, это кукла Рамоны. Томас Уэйд. Вероятно, смерть Рамона довела его до того, что он перерезал себе горло. Хватит на него смотреть, ты что-то поехал, ты завязывай. Заткнись! Ты готов совершить побег? Почему я должен тебе доверять? Чего? Если ты не заметил, ты тут вообще в камере сидишь. Может, это ловушка? Ты спятил? Отстань от меня. Дебилоид, блядь. На тебе фотографию, которую Рут мне дала. Мне Рут это дала. Что? Это фотография, которую я ей дал до того, как... Черт, как глупо я себя вел. Извини. Джек, если Рут тебе доверяет, то и я доверяю. Пожалуйста, открой дверь. Дальше я изучу. Выходи. В гараже на улице стоит старый автомобиль, на нем мы сможем выехать из города. Его прикладом. Сможем? Сможем пройти через патруль, види, Джек? Сука, выстрелил бы, патроны жалко.
get away from the jail. Пробежали? Никто нас не заметил. Привет, Азикур. Нас никто не заметил. Воу. Что это было? В душе не буду, идешь? Решетка слишком тяжелая, голыми руками ее не поднять. Не ломом. Чего нет? Сначала нам нужно посмотреть гараж. Здесь что-то не так. Что-то здесь не так. Гниющий трупик крыси. Мне это может пригодиться. Вот тут тоже багуля в спидране. Он открывает дверь с другой стороны. Входит в комнату. Спускается вниз по лестнице, поднимается вверх по лестнице и начинается сцена, блядь. Я просто яру с этого. Пропускает просто весь этот эпизод с поиском оружия и т.д. Что тут пованивает, он говорит. Но нам как бы не до этого. У нас есть ружье. Браво, Джек. Браво. Поздравляю с новой должностью. Теперь вы главный враг. Хватит трепаться, Мэгги. Ты не инспектор. На кого ты работаешь? Хорошо, детектив. Буду играть в открытую. Я агент под прикрытием государственного казначейства США. Мы тесно сотрудничаем с ФБР над одним тайным расследованием в Инсмуте. Я внедрённый агент. Ну да. Ну и что вам удалось выяснить? Инсмутская внешность, Джек. Это корень всех проблем этого города. Сейчас заражено уже больше половины населения. Заразная болезнь, как ее ни называй, вне дела. Я в этом просто уверен. Это очень интересно, ребят, но нам надо выбираться из Инсмута. И вместе с Рут. Она ждет на старом консервном заводе. Сразу за станцией на Роуле. Слушай, Джек, недалеко отсюда с дорогой следят наши агенты. Если вы туда доберетесь, то вас подберут. Покажи мне одну услугу. Ты мог бы заняться этим, пока я завожу машину. Когда меня арестовали, они отобрали у меня брошь. А это была брошь Рут. Брошь Рут. Забери ее. Ты еще с ума сошел, у нас времени нет на это. И положили в сейф в тюрьме. Я не знаю комбинации. Я слышал, как Робс говорил с одним из охранников. Что-то сказал про важную дату. И какого-то капитана Марша. Если хочешь попасть внутрь, зайди через черный ход. Постучи, я открою. Ох, как тут много всего. Ну-ка, надо собирать. Лутать. Все? Налутались? Ну и будет. Вот, короче, он вот эту дверь вот с этой стороны открывает. Просто она закрыта на защелку. А он вот так вот сквозь текстуру пролезает и открывает дверь. Ну я такой, ну заебись, чё. Вот тебе и поиграли. Ну шо? На нахуй щегол. Без прицела-то в голову. Как я люблю это. Эй, парень! Ой, там этот что ли, блядь? А, это этот? Это капитан, что ли? Да сейчас в ебальник тебе просто настреляю. Иди сюда. Вы что там, блядь, почкованием, что ли, занимаетесь? Не рите нахуй. Задолбали. Ты
Садим. Э-э-э! Дверь! Не запирай меня! Эй, Гаррисон! Гаррисон, смотри, крыса мертва. Дурак, что ли? Куда выбежал-то? Хоть бегать за мной. Заебали. Юри. Небезопасно. Слушай, Генри, крысы мертвы. В стенах нет никаких крыс. Съел, что ли? Jesus, no. Господи, дед, хватит псих тряпки. Минимум он решил, что крыса теперь в голове у него. Да? Псих выронил листок бумаги. Так, и, собственно. Я бы добежал, сохранился, но. Ладно. Рискнем. У нас вот здесь вылетало. Да, и оно опять вылетело. Ах, ёбаную мать. Чё ж ты вылетаешь-то, сука? Но у меня есть экстра-сейвка. Экстра-сейвка. После этого сейфа. Да? После этого сейфа. Нет, не после. Но во время. Ладно. Хорошо. Я дополнительную сейфку сделал просто, чтобы это отодвинул чутка такой. Хоп. Сука! Ты чё, серьезно, блядь? А, бля. Ты, блядь, шутишь. Просто издеваешься надо мной, да? Сука такая. Ну это, вот это уже обидно. Вот это уже обидно. Ладно. По-моему, после этого больше ничего двигать не надо. Ну ладно, помучимся чуть-чуть. Надо было на самом деле отодвинуть полностью. Я почему-то как со стримом включаю, так у меня начинает вылетать. Без стрима играю, вообще все идеально работает. Я хз, может из-за нагрузки? Я хрен знает. Тупить начинает. The cabinet is still in the way. The cabinet is still in the way. О. Стоп. I must have got something wrong. Так, код, код. Какая-то важная дата. О, какая важная дата должна быть? 1846, наверное. Какая еще дата, блин? Писки в ходе расследования. Это журнал Обита Марша. Ну, по идее, да. День смуты. День смуты. 1846. Так. Один. Восемь. Четыре. Шесть. Воу! Ну хотя бы нам не надо так много двигать было, я считаю. Это, наверное, брошка Рут. Тут один. Эй, парень. Парень! Бах нахуй. Не-н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 е. Так, все. Все хорошо. Брайан, Брайан, это я, открывай. Я еще не закончил с машиной, Джек. Кого идет чужое горе? Не закончил, сейчас закончу. Живо, блядь! Сейчас же! Ебать, капа прайды пошли.
Ой, я что, крысу не сбагрил, да? Такой ты молодец. Вот она. Спасибо, Джек. Если бы я ее потерял, Рут бы сердце разбилось. Я закончу через пару секунд. Подожди. Я закончил. Залезай назад. Залезай назад? Это как? Что это, блядь, значит? Залезай назад. Джек, по-моему, я в кузове видел патроны. Нам они понадобятся. Ну шо, немножко скримаков, да? На переднем сидении. Не пропустите. Их тут много будет. Если мы выживем, нам очень повезет. Если не выживем, то... Вези нас отсюда. Держись, Джек. За что? Воу! Готовься, Джек. Не попал, что ли? Ау, кто стреляет? Пожалуйста, успей залечиться. Блять, не успел, что ли? Что у нас по здоровью? Да блять, что так проседает-то, ёб твою мать. Сукин син! Давай, 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 давай! Лечись! Успей! Да ладно, успел. Нихуя. Да я тебя, блядь, пристрелю, сука. Вот пидорас. Попал в меня. Давай, валим. Валим. Скримаки. Я вижу всякое. Стробит очень сильно что-то. Теперь. Попал, нет? Попал, походу. Ох! Красавчик. Еще раз красавчик. Эй, тихо. Так, минус один. Минус... Блять, кто в меня стреляет, сука? Бум, нахуй. Ногу расхуячил. Попал в кого-то. Потерпите, ребят. Если лагает, потерпите. Чуть-чуть осталось. Я вижу, что что-то проседает в такой игре. Воу! Ты ебанулся, что ли, блядь? Пожалуйста, выживи. Выживи, полтора метра, блядь, осталось. Выживи. Не сдохни. Блять, вот будет сейчас странно, если я помру после лоудинга и сохранения игры. О, магнум. Ебать. Все черно-белое стало. Так, лечись, срочно. Пожалуйста, выживи. Не надо так делать. Так, стоп. Немного... Эх, блять, это как так? Чё там, охуели, что ли, блядь? Слышь, блядь. Не выёбываемся. Что-то слышал? Слышал пулю между глаз своих.
Да как ты, блядь, меня видишь-то, алло? Сука. Все еще видит. Да-да-да, застрелил напарника, я что-то слышал. На нахуй, урод. Не пизди мне. Ой, руб наверху. Картинка, сделайся цветной, пожалуйста. Это, блядь, очень страшно. Да, блядь, почему все еще ранен-то, ёпта мать. Вылечись. Картинка. Картинка, живи. Хватит. Все хорошо. Опа, опа, кто это? Живо. Нормас. Пристрелили пацана, поебал, ну. Ничего. О, все, все нормально стало. Кто это? Я кого-то слышал. Халло! Я же говорю, кого-то слышал. Так, патрошки. Кто еще? Уж никого. Я добегу тут до угла. Тут что-то должно быть сохранение, что ли, что-то типа того. Ладно, самое вылетающее место мы прошли, это уже радует. Значит, патроны для автомата? А автомата нет. Окей. Окей. Хорошо. Так, что по патронам? Может, с магнум? Давай постреляем пока. У него полно, 50 патронов. Еще в обойме. Где-то 6, наверное, должно быть. Так, а что здесь? Я уже не помню, что здесь. Что такое? А, нам туда надо было. Эй-эй-эй, нам сюда вообще не нужно было. Хотя, мы сходили сюда, чтобы взять патроны. И аптечку. А это очень ценная хуйня. Весьма. Сейчас будет жестковато, на самом деле. Сколько время? У меня просто на втором мониторе время не показывается, потому что это типа дополнительный монитор, на нем нету дисплея с часами. Опа, опа, опа. А разворачиваться так впадло. 12. Еба. 12 ночи. Хорошо. 3 часа еще. 3 часа нормально будет. Эй. Че, как-то проскочим? По стелсу, смотри. По стелсу хуячим. Сейчас еще 2 метра и стелс закончится. Я тебе отвечаю, сейчас вот пару метров еще. И все. Пиздец стелсу моему. Ты ж смотри, нихуя. Не застревай. В чем бы то ни было. Так, те пацаны там. Можем, конечно, сейчас психануть, зайти внутрь. Блять, он там не один. Кто-то бежит, смотри. Один. Бля, руки трясутся. Пизду, пошли быстрей.
автомат возьмем. Что-то их там по звуку дохуя больно. Вроде разошлись. Чик такой чика. Кто это сказал? О, еще бежит. Эй! Ну я подожду, пожалуй. Эй, парень, я тебя ранил. Ты должен просто быть свирепым. Ты что, дурак? Да закройся, блядь. Что-то, по-моему, блядь, вся толпа сюда сбежалась. Еще есть желающие? Сука. Там такой-то, знаешь, перевод. Просто голос главного героя не совпадает с оригиналом вообще. Ни разу. Такое ощущение, что они взяли актера, который просто меньше всех берет денег за свои услуги. И этот голос... Я не могу его нормально, этот голос, воспринимать. Он в большей половине мультфильмов просто озвучивает. И такой, знаешь, играешь в ужастик, а у тебя... голос главного героя, один из персонажей Вилоракса, блядь. Как в это играть? Это невозможно. Бля, чуть не помер. Я серьезно говорю, этот чувак, он озвучивает в Лораксе кого-то. Я не помню кого. Кого-то из главных героев тоже. Деда, что ли? Не помню. Так, вот сейчас будет мутное место. Возможно, мы даже не выживем. Раз 800. Но мы можем психануть и побежать прямо вон туда, назад. То есть... Джек, я наверху. Огонь, ага. Рут, ты что там делаешь? Наверное, меня преследовали. Они ворвались пару минут назад. На улице были слышны выстрелы. Я смогла только забраться сюда и скинуть лестницу вниз, чтобы сбежать. Джек, я в ловушке. Дверь заперта на щеколду. А карниз меня долго не выдержит. Джек, я не хочу умирать. Помоги мне. Назад, я что-нибудь придумаю. Кстати, я что-то слышу. Кстати, если не успеть, оно умрет. Я что, ходить могу? Попробуем. Бегут? Бегут? Сука, бегут! Куда я залез? Нет, нет, нет. Блять, все что-то лагать начало, пиздец. Ты жив, что ли? Чего? Сдохни, заебал.
Не вижу там. Все. Все, допиздились. Кто там подталкивает? Кто-то меня подталкивал. Не. Лоракса... Да без вариантов. Лоракса Дэнни ДеВито озвучивает наши озвучки. Нет, с одной стороны, зачем искать другого переводчика, если может Дэнни ДеВито заставить по-русски говорить? Хули бы и нет. Пускай у него будет дичайший акцент, вообще насрать. Это тебе не я, я из Грунт. Играю в Call of Cthulhu, вспоминаю Лоракса. Логика. Отлично. Ненавижу высоту. Там никто не появился внизу. Блять, его шатает. Да не ори ты, блядь. Здорово. Чё сидишь? Данила Дэвитов. You'll have to get that door open. There's not much time. Да не ори. А. Let's get the hell out of here. Lead the way. Из автомата расстрелять замок. Чика стайл. Так, нужно убираться отсюда. Веди. Веду. Главное, ноги не поломать себе от таких спусканий. Ну а что ты спускаешься там? Ну, лезет. On, давай, Рут, скорее. Подожди меня. Что-то... Короче, пошли. Недалеко отсюда есть мост из города. Держись. Бум! Минус Брайан. Бэм! Нахуй мы ее спасали. На самом деле, ад уже был. Бэт Фокус. Мы опять в психушечке лежим тут, лежим мы на подушечке. О, господи. I like the way you smile on me, baby. Все хорошо. Тебя как? Музыка шикарная здесь. В психушке. Что, всех на работу, что ли, устроился? Я твое собачье мнение спрашивал. Не забываю, кто финансирует эту чертову психушку. Хорошо. Хорошо. Темновато сейчас. Я вроде вижу очертания головы доктора вот там справа. Но сейчас все будет. Он проснулся. А, мистер Уолтерс. Наши друзья в полицейском управлении Бостона считают вас героем. Того, как вы умом тронулись. Что со мной разговаривать? Я не люблю героев, мистер Уолтерс. Мне вообще интересует ваше мнение. Кто там такой? Джей Эдгар Гувер. Из бюро. И на вашем месте, мистер Уолтерс, я бы следил своими манерами. Так, зачем вы приехали в Инсмаут? Так, зашел к одной девушке. В последнее время чуть не везло. Хотел с компанией.
На, дерьмо собачье. В Инсмут ездит двое людей, преступники и дураки. А вы на дурака не похожи. Внешность обманчива. Слышь, Ватсон, стану пиздюлей тебе дом. Ясно. Доктор Хардстром, будьте так любезны. Чего? Нельзя отвечать, все хорошо, ты же в ужасе играешь. Привет, стратег. Че хочу, то и говорю. О, шоковая терапия. Ух! Тряхнем с сериной. Возьмем так. Бейк эм ап. Wake him up. Разбудите его. Конечно, камерой можно управлять. Хотя ты в отключке. Ох, что-то ширнуло мне нормально. О, я вижу мертвых людей. Just charge me with something, because I don't know nothing. Я ничего не знаю. Это не закончится, мистер Уолтерс. Так что можете быть со мной откровенны. Я уже сказал, ничего особенного. Дело в пропавшем человеке. А деньги мне сейчас нужны. Ой, Рамона! Рамона, уходи. Че, хорош. Хорош наркотой меня пихать. Мне зубы мягкие. Стены перламутровые. Я остановился всего на одну ночь. Мне нужно было уехать рано утром. Похоже, место мне понравилось, что я в городе шнырял. Боже, Уолтерс, вам часто приходилось вытаскивать из переделки какого-то бродягу, а потом сматываться из города на краденой машине? Ну только в хорошие дни. А обычно нет. Вот. У меня была дерьмовая ночка, так что очень попросил бы вас дать мне немного взремнуть. А чё за дела у бюро в Инсмуте? Преступная деятельность, Уолтерс. И весьма организованная. Правительству еще не приходилось проводить операцию такого масштаба. Но мы не сможем провести операцию, не представив доказательств. Не надо меня больше колоть. Дяденька, я, конечно, благодарен вам за историю на сон грядущий, но не понимаю, при чем здесь я. Благодаря вашему вмешательству пропал Мэки. А он же раскопал что-то, то, чего мы могли бы использовать. Пропал? В смысле пропал? Должен был приехать несколько часов назад, наши планы меняются. Отправитесь с нами в Инсмут и примите участие в рейде. Наша цель — комбинат Марши. Черт, из двое с вами к вам поеду. Я не твоя собачка, Гувер. Я не работаю на бюро. Хорошо, я работаю на бюро. Чика, не тряси камеру. Я вас не спрашиваю, мистер Уолтерс. Или забыли свое прошлое? Пара подписей. Мы сможем подписать вас на замечательное заведение до конца ваших дней. В психушку мне прописать, думаю, сучара. Вас даже вернут в вашу старую комнату. Пошел нахуй. Спокойной ночи, мистер Уолтерс. Приятных сновидений. And a happy new year, you fucking animal. С Рождеством тебя, грязное животное. А как он писал это все? Что-то тут интересно стало. Сейчас. Хорошо расширяться. Я не виноват. Чё мне, блядь? Надумается. 2 февраля ночь. Во время допроса мне стало очевидно, что ФБР наблюдал за Инсмудом вот уже некоторое время. Мэки был агентом бюро под прикрытием, теперь он пропал без вести. Гувер и его подопечные собираются провести рейд на кабинете Маршей. И я на него приглашен. Хочу я того или нет. Будто мало мне того, что я пережил за эти 24 часа. Я пытался предупредить Гувера о том, что их ждет на комбинате, что рыщет там во тьме под городскими улицами, но он мне не поверил. Не могу сказать, что я этому удивился.
Я бы на его месте тоже не поверил, если бы не видел все своими глазами. А Гувер не видел того, что видел я. Судя по вопросам, которые мне задавал Гувер, ФБР почти ничего не знает ни об Инсмоте, ни о комбинате, несмотря на то, что агенты бюро уже некоторое время наблюдают за городом. Неудивительно, город отрезал себя от внешнего мира больше 50 лет назад. И с тех пор на комбинате не было ни одного приезжего. Похоже, Мэки им ничего не рассказал, если они... Или он поверил ему не больше, чем мне. Гувер думает, что старый золотообогатительный комбинат является источником богатства семьи Марша, а также стал укрытием некой криминальной структуры. Он считает, что на комбинате производится гораздо больше золота, чем содержится в закупаемой ими руде. И хочет знать, как такое может быть. Когда я только приехал в Инсмут, я тоже считал, что здесь все просто. Теперь я завидую его неосведомленности. Наверное, когда они меня нашли, на меня стоило посмотреть, разумеется. Мне накачали. Че? Разумеется, меня накачали успокоительным. Сейчас эффект почти прошел, но я все равно чувствую ужасную усталость. Я был бы счастлив списать на лекарственные сны, которые снились, пока лежал в отключке, но они были слишком похожи на те кошмары, которые я видел прошлой ночью в отеле Гилмана. Сны становятся все ярче, они все больше похожи на воспоминания, еще меньше посещают просто видения. Они просто возникают у меня в голове без всякой видимой причины. Я понятия не имею, что они значат, главное держать себя в руках. Возвращаться в уютные стены психбольницы Архам мне не хочется. Рейд назначен на завтра. Я бы все на свете отдал, лишь бы не возвращаться в этот город. Федералы вернули мне брошь Рут, которая нашлась на месте аварии. Еще одно болезненное воспоминание. Пригодится. Комбинат Маршей. Следующая глава. Эдгар Гувер. Эдгар Джей Гувер. Директор ФБР. Хотите узнать про его жизнь? Посмотрите фильм. С Ди Каприо. Конечно же, с Ди Каприо. Но с кем же еще? Ну, ебаный. Кто же еще будет старого гея играть? Шутёхи. Слушай, да, Уолтерс, сюда потом досью, мне тебе можно доверять. Даже учитывая твой срок в Архаме. Я снабдил тебя оружием и требую от тебя беспрекословного повиновения. Наши источники сообщают о том, что управляющий комбинат Себастьян Марш уезжает из города по делам. Здесь остается своего старшего сына Джейкоба, он оставил. Лучше возможности устроить рейд у нас не будет. Наша цель — взять Джейкоба Марша. Возможно, наш единственный шанс вывести семью Марша на чистую воду. Мы должны взять его живым. Я на тебя посмотрю через минут 10. Мы считаем, что даже отсутствие Себастьяна комбинат тщательно охраняется. Я сообщу тебе. Джек, тебе лучше остаться в машине, пока мои агенты штурмуют вход. Штурмуют вход? Нихуя себе! Ой, это ж это! Winner don't use drugs! Вот эта тема. Агенты по местам. Следуйте по крузочной площадке. На крыше! Поддерживайте огнем! Бич! Уничтожить их! Привет, Metal Search! Не стрелять! Купер! Откройте чертовы двери! Главного героя в ушах заложило. Я ничего не слышу. Нет, стой! В укрытие! Это только эпоха. Может быть, похоже на мафию. Эй! Завязывай. Тихо. Иди сюда, Джек. Че это? Стрелка хорошее укрытие, никак не можем по его подстрелить. Господи, Гуру, уводи своих людей, они там как на ладони. Чушь. Прикроем тебя огнем, а ты возьмешь ноги в руки и вперед. В смысле? Че?
Ты меня слышал? Вперед! Та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-дам. Не попал, что ли? Нихуя себе. Вот это да. Он мертв. Все чисто. Можешь пострелять? Не в кого стрелять. Да вон пидорасы бегут. Расстреляй их нахуй. Молодец, Джек. Не отходи от меня, пока мои люди зачистят местность. Давай, Год. Доброй ночи. Закрыто, сэр. Взламывай. Проведите зачистку, я хочу взять Марша живым. По остальным огонь на поражение. Разойтись. Ясно, сэр. Хуя такой перец. Просто выломал дверь. Ладно, Гор, какой план? Я хочу знать, откуда они получают столько золота. Давай, осмотримся. Let's take a look around. Эй, Limp Bizkit fucking of your town. О, ружье. Это какое ружье? Двухстволочка? Зашел. Зашел снизу. Так. Винтовочка. Нормально. В смысле, неплохо идет. Что ты имеешь в виду? Там Гувер. Гувер. Помогите! Какого дьявола? Что случилось, агент? Ты нашел Марша. На чего уставился, Джек? Был просто полевым агентом. Он знал, а что идет. Лифт обесточен. Наверное, его отключили. Опять что-то такое. Слуховые галлюцинации. Смотри этаж ниже, попробуй отыскать генератор. Я очищу этот этаж. Я зачищу этот этаж. Тут всех, блядь, убили уже, слышишь, блядь? Зачистит он. Зачистчик, блядь. Приперся. Сика, пися. Чистильщик. Ебучий, блядь. Че не написано, что за платформа? Пока. Кто? Кто идет? Кто ходит? Казался. Ты дурак, что ли, блядь? Трошки. Ну-ка. Что такое? Сука. Вингардиум Левиоса. Сука, в ногу попал, что ли? Блять, хромота началась. Сика. Сика. Я отгоню вас, блять. Я старый, сука, морской, блять, пират. Сука, всех поубиваю к хуям. Ну, блин. А чё ждать? Unreal Engine 4. Тебе тут должно быть достаточно, я думаю. Возьми любую игру, у них примерно системные требования одинаковые, ты, блядь, ты... Нахуй.
Их требования примерно одинаковые. Ебать, он мне там настрелял, серьезно? Чё по патронам? Ой, как мало всего. А магнум есть? А чё у меня побольше? Давай с ружья стрелять, да? Хорошо, откуда я пришел? Так, это не открывается. Хорошо. Гоночка грид, наверное, нет? Ебать, вот эта встреча. Просто. Встреча поколений была только что. I won't be able to fix the problem from behind this gate. Эй. Патрон последний был. А у меня нет никакого. Ничего нет. Бакет контрол. Подачу вагонетки, что ли? Сюда пока не надо. Закрой. Туда можно. Так, это смысла включать нету. Где-то должна быть дверь. Да я понял. Что происходит? Где кто идет? Именно грипп? Не знаю такого. Кого? Сука, стрельба Ромада стайл. Ой, бля. It's a drive belt for heavy machinery. Это приводной ремень для использования в механизмах. Ромада стайл, знаете, стрельбу. Смотрели горячие головы. Вот она там. Четко очень. Подходит к чуваку со снайперской винтовкой. Такая. Просто сначала целится, стоит долго такая, что прицеливается, потом нажимает на курок. Общий план, она, короче, стоит с винтовкой. Молоток такой с винтовки чуваку в голову, прям вплотную. Вот это такая же херня. Только здесь нормальная винтовка. Сучара. Так, теперь надо вернуться. Откуда мы пришли? А чё тут? Ага. Сюда мне надо будет через пару минут. Кто стреляет? Кто? Где? Что? Ебанат, что ли, блядь? Кого стреляешь-то? Да я в гонке как-то не особо. Когда особо не фанател. Блять, бинты кончились, сука. Козлы. Поехали. Где тут какой-то щегол был, блять? You can't press the button. It's enclosed behind a glass panel. Валим, пока нас не запалили. И не началась перестрелка. Нахуй нам тут. Так. Опа! Спокойно. Нормально, четко выстрелил. Так, где тут должно быть сохранение? Я не помню, где точно. Вот оно. Здорово.
Самое время сделать перерыв, наверное. Надеюсь, игра вылетит.